капсулы от кофе можно использовать для живописи. Клей. Краска. И все тщательно смешивается. Теперь берем холст и наносим такую фактуру, потому что если наносить песок, то картина будет очень тяжелая. Мне нужно сделать поверхность теннисного корта покрытия, чтобы не делать все эти песчинки, точки кистью, я использую такую технику. И получилась вот такая песчаная фактура. Вот. Правда, я еще сверху ее покрыл еще более таким интенсивным красным цветом.